Здрасте. Дома есть кто? Эй, привет, Томми. Тут я. Эй, Том, поздравляю с победой. Ты молоток. Сначала я думал, что тебе слабо, но когда ты стартовал, я сразу понял, кто придет первым. Я выиграл кучу денег, и чтобы ты не думал, что я неблагодарный, я научу тебя кое-чему. Видишь эту кралю? Понимаешь, я не могу тебе ее отдать, зато скажу, как достать такую же. Смотри, как легко забраться в эту девочку. Вот, пожалуйста, как два пальца. Ладно, я думаю, что я справлюсь. Есть еще одна, которая принадлежит богатенькой шишке из мэрии. Весь день она торчит на стоянке за зданием муниципалитета на Центральном острове. Загляну туда и проверю, правильно ли она припаркована. Когда она тебе надоест, заходи. У меня всегда есть что-нибудь новенькое. Спасибо, Лука. Загляну как-нибудь после работы. Ладно, свидимся. Thank you.
Однажды вечером, после скучного дня, я сидел один в баре Сальери и просто пил. Луиджи подошел ко мне и спросил, не окажу ли я ему услугу. Эй, Томми, ты ведь знаешь мою дочь? Она милая девушка. Ты должен гордиться. Спасибо, Томми. Она иногда помогает мне здесь, за стойкой. Я не хочу, чтобы она возвращалась домой одна. Вчера у нее были проблемы с какими-то мерзавцами. Гадости ей наговорили и тому подобное. Я беспокоюсь за девочку. Может быть, ты проводишь ее домой? Это недалеко. Ты джентльмен, тебя все соседи уважают. Шпана не полезет, если ты будешь рядом. Не вопрос, Луиджи. Прогуляться я не против. А, Том, ты не представляешь, как я тебе благодарен. Я так переживал. Кто знает, что это за парни. Приходи завтра на ланч. Я приготовлю что-нибудь особенное. Сара, иди сюда. Сара, это Томми. Он проводит тебя до дома и проследит, чтобы шпана не приставала. Привет. Привет, спасибо тебе. Это недолго, я живу не так далеко отсюда. Только возьму пальто, и мы можем идти. Ладно, я подожду тебя снаружи. Очень мило с твоей стороны. Эти парни, они какие-то странные. Мне не по себе, когда я гуляю одна. Нет проблем. Мы с Полли разберемся с этими хулиганами. Так ты тоже работаешь на мистера Сальери, да? Он очень милый, с ним всегда весело. Да, я иногда работаю на него. Правда, мы не очень-то веселимся и развлекаемся. Так что ты делаешь сейчас? Ну, обычно я вожу Дона туда-сюда, хотя иногда он меня удивляет. Например, недавно заставил участвовать в гонке. Да, я видела. Ты действительно отлично выступил. А, мне просто очень повезло. Ты такой скромный. Для того, чтобы обогнать всех, нужно не только везение. Ну, я обычно работаю. А в настоящих гонках участвовал только раз. Вчера. Вот как? Значит, у тебя талант. Хм, наверное, ты права. Это не слишком приятно. Не люблю быть в центре внимания. Эй, ты только погляди, миленькая парочка. Вон они. В чем дело? Вчера ты была одна, дорогая, а сегодня с каким-то парнем. Ребята, будет лучше, если вы пойдете домой и не будете создавать себе проблем. Думаю, что проблема будет только у тебя, командир. Будь я на вашем месте, смотался бы тут же. Еще неизвестно, чем у нас все кончится. Посмотрим, дружок. Помогите! Спасите, на нас нападают! Помогите, кто-нибудь! Я убью тебя! Тебе сейчас! Иди сюда, он тут! Сюда я засек их! Опа! Готово! Ладно, я сдаюсь! Только без фокуса! Помогите! Вызовите полицию на помощь! Это он! Помогите! Хорошенькая платье! На нас напали! Бросла, я тебя размажу! Помогите! Спасите, на нас напали! Помогите, кто-нибудь! Мы все погибли. Спасибо. Если бы не ты, я не знаю, что бы со мной было. Не за что, Сара. Всегда к твоим услугам. Я очень испугалась, Том. Ты в порядке? Мы почти дома. Пойдем, я посмотрю, как ты. Боже мой, всех прикончит! Нет!
Я живу одна, но квартира моего отца совсем рядом. Мама умерла вскоре после того, как я родилась. Так ты работаешь с Поли? Он такой смешной. Да, да, очень смешно. Я говорил, что ему стоило пойти. Иногда он очень странно себя ведет, просто в дрожь бросает. Я не знаю, как у человека может так легко меняться настроение. Думаю, он не раз попадал в передряги. Он не раз стоял на краю пропасти. Он вырос на улице, и это плохо на нем отразилось. Может быть, поэтому с чужаками он ведет себя странно. Он очень благодарен Дону Сальери. Кто знает, что было бы, если бы Дон не взял его под крыло. Да, мистер Сальери очень помог моему отцу. Он мне почти как дедушка. Да, Дон Сальери хороший человек. Вот мы и на месте. Входи. Ну вот и мои владения. Заходи, снимай пиджак. Я посмотрю твои раны. Неплохие владения. Закатайте рукава, сэр. Помощь идет. Ну-с, посмотрим. Похоже, ничего особенно серьезного. Да, да. Я уж думал, что-то серьезное, а похоже, что нет. Потерпи чуть-чуть, я прочищу ее. Ну вот и все. Совсем не больно. Спасибо. Это я должна тебя благодарить. Ты не хочешь выпить, Том? Ну, мне бы не помешало немного виски. Ну, конечно. Вечер становится все интереснее. Держи, герой. Ну, размяться не хочешь? Что? Танцевать любишь? Музыку. У меня есть граммофон. Ага, я люблю музыку. Ребята Сальери всегда такие суровые. С некоторыми мы стараемся помягче. Некоторые из вас, наверное. Но только немногие. А ты? Один из суровых парней Сальери? Только иногда. Ну, я думаю, ты очень хороший, плохой парень. Иногда я даже тяну на очень плохого, хорошего парня. Сара просто ангел. У меня до этого было много девчонок, но она совсем другое дело. Совсем другое. Мне стало ясно, что если я захочу с кем-то провести остаток своей жизни, то это будет она. На следующий день я рассказал Сальери эту историю со шпаной. Банда хулиганов прописалась на его территории. Они безобразничали и пугали нормальных людей. Дон Сальери был недоволен. Что? На моей территории? Обнаглели. И мало того, еще нападают на беззащитных женщин.
Что-нибудь случилось с Сарой, Томми? Нет, босс, она в порядке. Я позаботился об этом. Хорошо. Какого черта Луиджи ничего мне не сказал? Мы бы сразу об этом позаботились. Эти засранцы нападают на людей на моей территории. Что они о себе вообразили? Мне платят за защиту, так что надо отловить эту шпану и показать ей, где ее место. Мы с Томом уладим это. Этим ублюдкам что, здесь какой-нибудь драный лунопарк? Да я их порву на куски голыми руками. Поли, Поли, расслабься. Никто никого не убивает, понял? Я хочу, чтобы вы преподали им урок. Переломайте им все кости и оставьте их лежать в собственной крови. Обеспечьте ублюдкам пожизненную инвалидность. Пусть детишки потешаются над их изуродованными рожами. Пусть все видят, что бывает, когда кто-то гадит на моей территории. Звучит заманчиво, босс. Совсем даже неплохая идея. Нам надо выяснить, где они расположились. Большой Биф может кое-что знать. Он вечно крутится где-нибудь в Чайна-тауне. Так что идите и расспросите его. Не вопрос, босс. Привет, ребята, что у нас на сегодня? Надо задать хорошую трёпку кучке шутов. Эти превосходные биты подойдут лучше всего. На этой автограф лучшего игрока лиги. Класс, не могу поверить, это правда его бита? Ну, честно говоря, нет. Но если ты ей врежешь по лицу, вопросов точно уже не будет. Нам нужны еще пистолеты. Вдруг что случится? Верно говоришь. У меня есть пара кольтов 11-го года. Надежная автоматика. Спасибо, Винни.